Nissan готовит электрический кроссовер Terra. На данный момент японский производитель может похвастаться электрическими моделями Leaf, EnV200 Kombi и EnV200, но учитывая недавний патент, вполне вероятно, что эта линейка пополнится еще и полностью электрическим кроссовером под названием Terra, который разделит платформу с новым Leaf. Nissan запатентовал имя своего электрического кроссовера в начале августа в малайзийском отделении патентов. Это обычная практика автопроизводителей, стремящихся скрыть свои наработки от крупных патентных ведомств. Стоит отметить, что это имя уже использовалось в 2012 году. Тогда производитель впервые представил концепт электрического кроссовера на парижском автосалоне. Автомобиль использовал электрическую силовую установку Leaf первого поколения для питания передних колес и систему топливных водородных элементов для двух двигателей сзади. Такое решение позволило сделать его полноприводным. Новый электрический кроссовер Terra получит улучшенную электрическую трансмиссию, используемую в Nissan Leaf второго поколения, которая позволит увеличить диапазон дальности автомобиля более чем в два раза. Добиться такого результата позволит новый вариант батарейного блока. В более дешевых модификациях результат будет немного скромней, как и ценник. Это позволит Terra приблизиться к Tesla Model 3 и успешно конкурировать с такими довольно дорогими электрическими вседорожниками, как Jaguar I-Pace и Audi e-tron, стоимость которых по прогнозам будет доходить до 60 тысяч фунтов стерлингов, 78 356, тогда как ценник на Terra ожидается в диапазоне 40 тысяч фунтов, 52 238. Источник: AutoCar. По материалам сайта newsgro.com.